стошнило еще раз. Больше никогда не буду пить. Да, зарекалась свинья в грязи не валяться. Сам себе не верю. Встал с дивана, отодвинул тазик, пошел на кухню. В аптечке что-то должно быть от головной боли. Парацетамол, твою мать, китайский, что ли. Надеюсь, не сдохну. Впрочем, чтобы избавиться от такого похмелья, я готов к самым радикальным мерам. Закидываю таблетку в рот, запиваю водой из стакана. Меня мутит, вода холодная, не спасает. Подаюсь в сторону раковины, блюю. Вместе с влажной таблеткой на решетку стока падает еще что-то. Продолговатое, сантиметра 4 длиной, покрытое слизью желудочного сока. Человеческий палец. Я беру его в руки. Обычный палец, мужской, судя по желтому, с грязной каймой ногтю. Две фаланги. Из места отрыва или отреза, или откуса, да в общем неважно, торчат кусочки сустава. В голове нет мыслей, кроме фразы из анекдота про пьяницу и менструальную проститутку. Ну точно, убил и съел. Как ни смешно, я иду к зеркалу и разглядываю свое лицо. Ничего интересного, я после пьянки сотню раз видел эту рожу. Зачем таскались сам себе? Человеческой крови на зубах, конечно, нет. Что произошло вчера? То, что я помню, сперва было как всегда. Пошли в бар, по пивку, еще накатили водки. Ну, за какие-то деньги, 100 рублей, за 100 грамм обычной косоревки. Санек съездил, при нем 0,7 литра. Барменша увидела, нас выгнали. Распевали на улице, романтика, ностальгия, как в детстве, мороз, стаканчики, спрайт. Взяли еще. Помню, как с трудом открывал дверь в квартиру, пытаясь попасть ключом в скважину. Как-то, видимо, добрался до дивана и отключился. Точно помню, вчера вечером я вернулся домой один. Делаю круг по квартире, заглядываю на балкон. Ничего, даже снег не тронут. И покрылся коркой. Открываю шифоньер, летние вещи на плечиках, две ветровки, зеленая клетчатая рубашка. Странно, ведь всю жизнь была серая. Наверное, в прошлой пьянке кто-то перепутал и ушел в моей. Еще раз внимательно осматриваю все вокруг. Лужа крови, расчлененное тело, объеденный труп. По крайней мере, они бы примирили меня с ситуацией. Патологическое опьянение, невменяемость, убил человека. Можно сдаться в полицию, ехать в СИЗО, сидеть под следствием, ждать суда. Но никаких следов насилия. Мну в руках выблеванный палец. Стучу им по столешнице. Звук глухой, палец материален. Скорую, что ли, вызвать? Здравствуйте, я сошел с ума. Меня тошнит человеческими органами. Интересно, куда меня пошлют? И сколько раз придется набирать номер, прежде чем они сдадутся и приедут? Выхожу в подъезд, звоню в соседнюю дверь. Да, иррациональный поступок, но с учетом обстоятельств. Разум не хочет нейролептиков и цепляется за призрачную надежду. Как же зовут моего соседа, не помню все равно, но он открывает дверь в руке. Электролобзик. Привет. Видишь это? Что это? Ну да, сейчас он скажет. Карандаш, окурок, ничего, я кивну головой и пойду звонить в 03. О, палец! Так это ж Серегин, он искал сегодня, погоди! Сосед срывается, бежит наверх по лестнице, стучит в чью-то дверь. Палец, палец сам твой, Мишка сосед принес, забирай! Серега спускается, подходит ко мне, я протягиваю ему палец.
Вот ведь дела. Просыпаюсь сегодня, а его нет. Я уже все обыскал, а нет. Вот он где, ух, гаденыш. Серега грозит пальцем пальцем. Я спрашиваю. Мы с тобой вчера не пили? Я вчера перестарался, не помню ничего. Да не, я с работы пришел, у дочки уроки проверил, футбол глянул. На втором тайме спать лег к чертовой матери. Устал, как собака, а ты нашел где? Он тычет в меня пальцем. Тем самым, который я выблевал. И я, кажется, съел его. А, ну это бывает, бывает, мужик. Серега, ты это... Человека-то отблагодарить надо. Видишь, трубы горят. Ему сейчас полезно. Я смотрю на них то на одного, то на другого. Я не верю, что они могут это все говорить. Этого не может быть, просто потому что не может быть. Но оно все происходит прямо сейчас. А, ну... Да, ну да, ну разве вопрос? Он лезет в карман спортивных штанов, достает десятку, я машинально беру. Ну, спасибо, спасибо, подсобил мужик. Извините, ребята, я пойду по дому дел, не в проворот, ну того, короче. Серега уходит. Я коротко прощаюсь с соседом, как там его зовут. Возвращаюсь к себе в квартиру. В руках червонец. Непривычно маленький, оранжевый, казначейский государственный билет Банка СССР образца 61 года достоинством в 10 рублей. Скрипит половица. У меня не могут скрипеть половицы. Я 3 года назад снял их к чертовой матери и сделал нормальный наливной пол. Впрочем, я не обращаю внимания на всю эту чушь. Сажусь на диван. Включается телевизор. Где-то под задницу, видимо, пульт попал. Крем после бритья везде. Увлажняет кожу, снимает раздражение. Ароматизирует, снижает уровень посттерминальной энтропии. Я начинаю ржать, смеюсь сильнее и сильнее, меня трясет от смеха. Это нервная, почти истерика, я знаю, что будет дальше. Я заваливаюсь на диван, отсмеиваюсь. Жизнь повторяет искусство, смерть повторяет искусство. Но охренеть теперь, меня накрывает волна отчаяния. Я вытягиваюсь, поправляю подушку, переключаю канал. Апатия. Сегодня по всем программам телемарафон «Рабыни Изауры». Без рекламы. Полная версия сериала. Я смотрю его. А солнце не сдвинулось ни на миллиметр. Зато деревья за окном постарели на несколько лет. И ведут себя странно. Надо заставить себя встать, выйти на улицу. Купить тюбик крема после бритья. Пока дверь еще не превратилась, приросший к стене кусок мяса или ноги не стали длинными, тонкими деревянными указками, не приспособленными к ходьбе, или тротуары не заполнила топкая жижа из раздавленных глаз. Завтра побриться. Побриться обязательно, использовать крем после бритья и искать работу. Вряд ли 10 рублей мне хватит на то, чтобы долго поддерживать энтропию на сносном уровне.